Ребята, наконец-то вживую познакомились с Анной Цай, с певицей, с участницей песни. Подожди, мы знакомы. Вживую, нет? Да. Нет. Мы знакомы. Я его видела во снах просто. Но... Ладно, на самом деле я училась играть на гитаре по его каналу. И вообще все, что я сейчас умею, это все благодаря ему, серьезно. Поэтому «Хижина музыканта» — это топ. И, видимо, видишь, я говорю, что мы знакомы вживую, потому что, видимо, канал настолько пересмотрела, его настолько пересмотрела, что он как будто бы вживую, я его знаю. Ребята, наконец-то вживую познакомились с Анной Цай, с певицей, с участницей песни. Подожди, мы знакомы. Вживую, нет? Да. Нет. Мы знакомы вживую. Я его видела во снах просто. Но... Ладно, на самом деле я училась играть на гитаре по его каналу. И вообще все, что я сейчас умею, это все благодаря ему, серьезно. Поэтому «Хижина музыканта» — это топ. И, видимо, видишь, я говорю, что мы знакомы вживую, потому что, видимо, канал настолько пересмотрела, его настолько пересмотрела, что он как будто бы вживую, я его знаю.